Бизнес-завтрак предпринимателей малого и среднего бизнеса прошел в Одинцове. Спикер мероприятия – Максим Долгов. Он рассказал лайфхаки для бизнеса, объяснил все на примерах и ответил на вопросы слушателей. Я с удовольствием поделюсь тем, что связано с управлением людьми, HR-функции для среднего и малого бизнеса. Максим уже 30 лет занимается обучением и развитием людей, что тесно связано с темой управления персоналом как единой системой. Рассказывает, как адаптировать качество своего бизнеса до уровня, который сможет конкурировать с различными крупными компаниями. Я специализируюсь на работе с управленческими командами и работе с торговыми командами. То есть я, например, с производственными там, проектами IT да, могу работать, но есть те, кто это делают лучше за счет погруженности в специфику, знаний языка и так далее. Анастасия часто организовывает подобные встречи с различными спикерами. Очень дружеский формат. Обычно гости прослушивали лекцию, а потом за чашечкой кофе обсуждали полученные знания. Сегодня, чтобы максимально больше времени эффективно потратить, чтобы больше дать времени спикеру, мы решили чай-кофе сразу организовать здесь. Я считаю, что это немного расслабляет. То есть просто прийти послушать, А сейчас вот девчонки пока все пришли, кофе-чай, начинают, не все знакомы между собой. Пока познакомились, такие вот у нас нетворкинг. Участники мероприятия остались довольны встречей и полученные знания обязательно станут применять на практике. Очень здорово, что у нас проводятся такие интересные мероприятия, где известные спикеры, есть возможность получить ценную информацию, не надо уезжать куда-то в Москву, платить какие-то бешеные деньги. Все здесь, в нашем городе. Ольга Дмитриева, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».